Всем привет, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня продолжаем тему наград знаменитых киногероев из легендарных советских кинофильмов. Говорить будем о главных героях всеми любимого кинофильма «Офицеры», который вышел на экран в 1971 году. Главные роли в нем блестяще исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. В 2011 году вышла обновленная цветная версия фильма, благодаря чему мы можем разобрать, какие ордена и награды были на орденских планках у героев фильма. Предлагаю начать с младшего по званию генерал-майора Алексея Трофимова. По сюжету фильма Трофимов прошел солидный боевой путь, начинал службу в Средней Азии во время гражданской войны. После этого принимал участие в боях на стороне Китая в конфликте против Японии 20-40-е годы 20 века. Гражданская война Испании 36-39 года, ну и, конечно, Великая Отечественная война. Рассмотреть награды лучше всего в последних кадрах фильма, когда оба героя появляются в парадных мундирах. У генерал-майора Трофимова мы можем видеть звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, как правило, им награждали всех героев Советского Союза, три ордена Боевого Красного Знамени, орден Суворова 1 и 2 степени, орден Богдана Хмельницкого 1 и 2 степени, орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды, орден Знак Почета. Далее идут колодки медалей. Медаль за оборону Сталинграда, медаль за оборону Москвы, медаль за победу над Германией, медаль за отвагу, медаль за взятие Берлина, медаль за освобождение Варшавы, за освобождение Польши и медаль 30 лет советской армии и флоту. Второй киногерой Иван Варава дослужился до звания генерал-полковник. В фильме показывается его участие только в гражданской войне, войне Китая с Японией и Великой Отечественной войне. Судя по наградам, Варава прошел Великую Отечественную войну на командных должностях, скорее всего при штабах фронтов или даже ставке Верховного Главнокомандующего. Среди его наград можно видеть две звезды Героя Советского Союза, три ордена Ленина, пять орденов Боевого Красного Знамени, орден за службу Родине 1 степени, орден Отечественной войны 2 степени, орден Знак Почета, орден Богдана Хмельницкого 1 степени, орден Александра Невского. Далее следуют медали. Две медали за отвагу, медаль за взятие Берлина, за оборону Москвы, за взятие Будапешта, за освобождение Праги, за взятие Вены, за победу над Германией. Также у Варавы имеется одна иностранная медаль. Медаль «Китайско-советская дружба». Такую награду вручали в том числе военным советникам СССР в Китае. По сюжету фильма Варава как раз был назначен советником в Китае. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить класс, подписываться на канал и делиться своими соображениями в комментариях.